Здравствуйте, друзья. Сегодня я хочу вас познакомить с тем, что только судовой, который хреновый, но свой, выполняет не только обязанности по точению деталей и чего-либо похожего. У него еще много обязанностей по судовым расписаниям. Вот, к примеру, листочек. Это почти как у военного моряка книжка «Боевой номер», которая носится в этом кармане. Здесь, значит, расписание по этом, на этом листке, расписание по тревогам. Так, судовая тревога. Это как на военном смысле боевая. Вот, она длится 25-30 секунд. И мы по ней, я должен по ней выскочить из этой вот каюты, в которой сижу, задраить иллюминаторы. Представляете, два... И потом, выбегая, значит, захлопнуть дверь и ни в коем случае не закрывать на замок. Ибо может случиться вдруг пожар. Понимаете, придется дверь ломать. Материалы делаются, хотя, в принципе, и не горючие, но все равно горят, представляете? Горят, ой-ой-ой, испытано. Ну ладно, значит, пока я бегу до своего боевого поста, я нахожусь по расписанию в аварийной партии, которая на корме располагается и ждет указаний, приказов по тушению пожаров или по заделыванию пробоин. Вот. Моя обязанность входит принести сумку электрика. Там все приборы, понимаете, вдруг придется перчатки, там разная ерунда. У электрика много там разных инструментов, вот, на случай, если надо что-то обесточить, понимаете. Вот, поэтому, значит, и помогаю другим членам партии тушение пожара. Шланги там подтаскиваю, допустим. Подсоединяю, да много обязанностей, что прикажет командир партии. Вот. А по борьбе с водой то же самое. Подношу, значит, насос, который откачивает воду. Так, сумочку эту же, само собой. И насос. Это по приказанию, если надо откачать. Помогаю, подаю средства заделывания пробоин и так далее. Обязанности, что прикажет, короче. Вот. Ну, самая любимая команда из всех, которые есть на судне, это 7 коротких, 1 длинный. Шлюпочная. По этой команде я должен схватить свои личные вещи. Немного, минимум. Документы и кое-что. Так, чтобы одеться. Одеться надо потеплее, даже летом. Взять с собой одеяло обязательно. Потому что в воде ночью холодно. А зимой вообще человек более 10 минут в воде не выживает в холодной. Но это я вас не пугаю. Понятно? Если экипаж хороший, знает специальность. Ну, я имею в виду все, кроме токаря. Шучу. Знает свои обязанности, знает вот это расписание, свои полностью обязанности, то корабли и пароходы не тонут, они ходят нормально. Понимаете? Вот, на сегодня по судовым тревогам мы с вами занятия провели. Вы поняли, что токарь судовой, который хреновый, но свой. Это не береговой, который пришел, за него инженер подумал и так далее. Пришел, включил, вечером выключил станок и ушел домой. А судовой токарь должен еще много чего делать, чего даже не хочет. Представляете? Он, да, вот жилье. Ну, море, я имею в виду, в море. Вот это вот каюта, это жилье. Понимаете?
Также световой токарь должен знать все средства тушения пожара, все средства борьбы с пробоинами. Много чего надо. Вам для интереса я позже когда-нибудь проведу урок и покажу. Так что готовьтесь к следующему уроку. Спасибо, до свидания.